Добрый день, дорогие мои подписчики и гости моего канала. На канале «Томаты больше, чем любовь» Светлана Чернова. Живу я в Чувашии на Средней Волге. Сегодня у меня немножко не по теме будет ролик. Когда ролики уставляла, ну, тетради свои показывала, дневники, можно сказать, огородные. Кто-то у меня попросил, как у вас устроены тетради. Почему-то я тетради, дневники вела всю жизнь, можно сказать, в детстве. Детские дневники выросли немножко по-другому. Уже дневники были, там свои тайны записывали. А уже настало время дневники вести огородные. Как только я стала огородами заниматься, так и вела дневники. Я тут, конечно, не все взяла. Вот взяла дневник с 15-го года. Он тут у меня куры и огород. С одной стороны у меня куры. Вот здесь, чтобы... насколько можно показать. А с другой стороны, об огороде. Не только там, о томатах. Когда посеяли, когда убрали. Это для того, чтобы мне знать на будущий год, на через 5 лет, через 10 лет, все видно, когда что и как уродилось, что получилось. Ну, начнем конкретно о тетрадях. Вот здесь о курах. Когда какие цыплята вывелись, что вывелись, какие корма, насколько купили. Все, в общем, записываешь, какая яйценоскость. А, тут, конечно, может быть, свет я не совсем правильно поставила. Но здесь секретов таких нет никаких. А с другой стороны, я поворачиваю, это мое рабочее место тут. Все, тут у меня хозяйство находится. И вот здесь уже конкретно у меня записи. Вот ушла на пенсию в 15-м году. И у меня уже подробно тут начинается. Вот. Что я буду, как буду. И вот начинаю потом уже схемы рисовать. Тут всю тетрадь я уже не буду тут вам рассказывать, где что посеяно, где. Ну, тут вот и внуки поработали на моих дневниках. И потихонечку вот все записи тут ведутся. Дальше, вот в другой дневник уже тут еще поподробнее, с 20 по 23 год у меня. Вот этот дневник уже побольше, он такой. Что я там записываю? График посева, какие, что, какие сорта буду сажать, когда, для раннего урожая, что, какие, во сколько стеблей вести, что получилось, есть слабое звено. Вот о чем я тут сказала. Русские колокола. Хотя вот в этом году русские колокола очень даже хорошо себя показали в 23-м году. В 20-м году плохо показали. Сколько сортов. Потом вторая партия, когда высевается. Но это я, как скажу, на любителя, можно сказать. Кто-то посеял, уже все на память помнит. Я на свою память не надеюсь. И поэтому у меня все записано. Так. Вот здесь у меня вон сын заглянул, подъехал. Что тут написано? Вот седьмая партия, когда как высаживалась. Под чем? Какое укрытие? Что? Какие? Сколько чего? Это опять-таки не для кого-то что-то показывать. Именно я для себя. Вот третья теплица пишу. Где какие, что посажено, в каком году. Вот в этом году, например, на следующий год уже смотришь, ага, эти сорта тут были в этом году. Вот тут какие огурцы. Ну, все тут я рассказывать не буду. Так вот по такой схеме идет. Мне очень нравится, вот, когда начинаешь или обзоры делать, иногда встречается. Вот сказки рассказывайте, картинки показывайте. Я вообще для... Эти вот, например, дневники, эти тетради веду вообще для себя, не для чего-то. Какие томаты, как получились, даже почему не получились, какая погода. А вот себе написала не сажать всякую фигню, строго проверять, доверяйте, но проверяйте, прочитать перед посевом. То есть иногда вот смотришь, что как. И подумаешь, что тут, даже в лунку что класть. Вот сейчас я услышала что-то, это же я забуду, например, до следующего сезона.
взяла, написала дневник, просматриваешь до другого сезона. А, вот сколько ведер, урожайность, например, сколько ведер собрала, какие, когда, когда вот крайний сбор был тогда-то. Ну вот, мне, дорогие мои гости и мои подписчики, не говорите, что я вот для чего-то, чтоб урок для кого-то. Вообще советы я никогда не даю, когда меня не просят. Попросили показать мои тетради, как я веду. Вот я и показываю. Какие семена, например, выписала, откуда выписала. Все я себе, вот, например, прошлогодний календарь посева, на какие даты, что, когда. То есть мне это интересно вести. Вот, например, в этом году я дневник начала делать, не дневник, тетрадь. Мне очень даже понравилось. Опять открыла я свое. В прошлом году что было, и уже у меня эта тетрадь, этот дневник у меня закончился. Вот опять-таки покупка семян, какие я покупала. И вот перехожу уже к другой. 23-м уже начала, это вот завершала записи, 23-й, пока вот открытая дата, когда закончим. Вот. Это вот сезон 23-й. Это вот первая теплица, как были посажены. Вот вторая теплица, как была посажена. Какие сорта. Естественно, первично я все пишу карандашом. Вот начала я делать на 24-й год. Это вот, например, огурцы какие были, что было, как получились. Может, немножко сбивчиво рассказываю. Вот это другая теплица для перцев. Какие вот тут гномы росли в середине, что получилось. Ну, и, естественно, еще вот по урожайности не все записала. Было очень много томатов, даже учет не вели. Столько много забирали. Ну, и еще год не закончился, тут еще место оставила. Вот уже начинаю на 24-й год. Конечно, одной самой снимать не очень-то сподручно, можно сказать. Вот уже начала я. Это вот первая теплица. Все пока карандашом написано. Потому что, возможно, что-то я передумаю, еще пересмотрю. По высоте очень удобно. Вот сюда. Это вот внутренние. Кто-то вот внутренний вот это к стенке. А у меня внутренние к стенке. А это вот около тропинок. Все, по высоте, знаешь. Тут у меня уже все опять-таки карандашом написано в этой теплице, какие томаты будут. Опять высота, посев. Сколько, значит, посеяно, сколько взошло, количество. Ну, это вот кому как удобно, так и пишут. Вот это другая уже теплица 3/8. То же самое, уже все разбросано. Потом, естественно, напишем, когда высажено туда, когда посажено туда. И вот пока еще две теплицы только сделала. Ну, зимние вечера длинные, можно смотреть. Тут у меня и семена, и все, коробки. Все мое хозяйство. Все для того, чтобы работать. Ну, вот так у меня устроены тетради. Тетради-дневники я рассказываю. Например, сравнить, какая погода, какая весна была, какая осень. Вот в этом году осень очень длинная. Уже один раз зима наступала. 3 недели, наверное, снег лежал. Вот так все это записывается. И на будущий год посмотришь, все себе известно, что каждый год нам погода показывает сюрпризы. Вот эти сюрпризы записываем. Все здесь у меня. Пока-пока.